Абул Касым аль-Кушайри, рахималлах, говорил, каждый говорит из них, например, вот, спокон веком, машаихи, ихний путь нам говорит, что человек, говорит, который вступает, например, в тарикат, и после этого еще он наставником становится, он становится после того, как в шариатских знаниях, например, он начинает плавать, уверенно плавать, знает эти науки, говорит. И после этого говорит, а то, что этот человек доходит до уровня кашфу, это его не освобождает от того, что приводит доводы, говорит. В общем, что хочется говорить, например, Итхафи тоже пишется подобное, когда, например, машаихи, устазы, люди, совершенные люди, когда они что-то говорят, без основ, без опора, просто так с неба, с воздуха, они, говорит, это не берут. Вы, наверное, слышите много вещей, например, вот когда книги мы с вами читаем, там бывает, например, разговор, что некий хадис слабый, некий хадис достоверный, некий хадис что-то такое и так далее, и так далее. Значит, это люди, например, вот эти вещи пишут те люди, которые, например, кроме того, что в книгах есть, получать не могут. А те люди, которые каждую неделю, порой каждую ночь могут видеться с пророком, саллаллаху алейхи ва саллам, и могут говорить, например, про «Я Расул Аллах», вот это вещь, у нас такое сомнение, что вы насчет этого скажете, у них разве бывает недостоверная вещь? Конечно же, не бывает. Карвадол, где мой пацаны, Карвадол? Значит, видите ли, вот такие, а когда машаихи, например, это говорят, устазы это говорят, они уже не так, для них эта цепочка не нужна. Для них хватает, например, увидеться с пророком и от пророка получить вот эти знания. Понимаете же? Сейчас, подожди, еще раз повторите, что ты сказал. Что есть, то и читаем, иншаллах, стыдно, хоть будет нам максимум, что может быть. А те люди, которые каждую неделю, порой каждую ночь могут видеться с пророком, саллаллаху алейхи ва саллам, и могут говорить, например, про «Я Расул Аллах», вот это вещь, у нас такое сомнение, что вы насчет этого скажете, у них разве бывает недостоверная вещь? Эти люди верят в сказочные убеждения, и это означает, что пророк всегда присутствует рядом с ним, а это сказка и ложь. Почему пророк не был с Абу-Бакром после смерти? Почему не был с Умаром? Почему не явился к Аише? Почему не заговорил с ней? Для них хватает, например, увидеться с пророком и от пророка получить вот эти знания. Понимаете? Как же глуп и невежественен этот человек. И это не религия, а ислам. И никто из подвижников не получал знания от пророка, когда тот был в могиле. Аиша, да будет доволен ею Аллах, которая жила в доме, где был похоронен пророк, и ни один раз не поговорила с ним. И он с ней тоже, несмотря на то, что она была самым любимым человеком для него. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Перед наступлением конца света среди моих последователей появятся люди, которые будут рассказывать то, чего не слышали ни вы, ни ваши отцы. Остерегайтесь их».